Здравствуйте, у микрофона Людмила Маслова. Я представляю гостей в студии. Это художники Олег Кумагин и Мария Плехова. 16 сентября, то есть сегодня в 15:00 в кинотеатре «Орленок» открывается выставка их работы «Выбор есть». Выставка это необычная, как вы сами мне сказали до интервью. Это симбиоз актуальных научных знаний и запоминающихся, воздействующих на сознание художественных образов. Расскажите, пожалуйста, о творческом проекте подробнее. Проект реализован совместно со Всероссийским научно-исследовательским институтом фитопатологии. Именно фитопатологии, науке о болезнях растений, посвящена экспозиция. Экспозиция призывает задуматься о качестве продуктов питания, которые включены в ежедневный рацион человека. И мы сделали так, чтобы две далекие друг от друга сферы нашли объединение в стенах кинотеатра. А почему вы выбрали именно эту тему для творчества? Тема здорового питания становится все более актуальной, и это вовсе не удивительно. Всем известно, все то, что мы едим, напрямую оказывает влияние на нашу жизнь. С каждым днем растет число людей, которые ответственно относятся к выбору продуктов и готовы тратить на это свое время и средства. Такая динамика, безусловно, радует. Наша задача была понятным языком донести до большой аудитории важность осознанности в выборе продуктов питания, а также познакомить гостей с деятельностью Всероссийского научно-исследовательского института фитопатологии. Получается, институт фитопатологии обеспечивает здоровое питание людей. Конечно, именно на предотвращение болезней растений, увеличение урожая, его качество направлена деятельность Всероссийского научно-исследовательского института фитопатологии. Любое государство стремится к сильной, здоровой нации. Осознанное питание – ключ к успеху. Мало кто осознает, что некачественное зерно или неграмотная обработка урожая может привести к глобальным проблемам и пугающим последствиям. На выставке представлены информационные стенды, где на наглядных примерах можно знакомиться с результатами работы института. Что еще можно будет увидеть на выставке? Основная часть экспозиции – серия контрастных работ. Мы видим свежий и испорченный помидор, здоровый и больной лист. Простые образы оставляют глубокое впечатление. Часть работ тактильная, что помогает усилить взаимодействие со зрителем и найти в нем отклик. Еще один элемент экспозиции – это огромное полотно, практически человеческий рост. Картины без названия. После знакомства с остальными представленными работами, каждый может самостоятельно для себя решить, что же на ней изображено. Все зависит от эмоций, полученных в процессе просмотра выставки. Мы выступаем проводниками. Темы, доступные для узкого круга людей, становятся понятными даже ребенку. Кстати, на открытии выставки состоится видеосвязь с ученым из Всероссийского научно-исследовательского института фитопатологии. Также будут приглашены нижегородские ученые, которые расскажут о разработках ННГУ в сфере обеспечения продовольственной безопасности. Как появилась идея создать подобный проект? Наша задача – посмотреть на творчество под другим углом, расширить спектр задач, которые стоят перед нами. Вместе с этим мы открываем возможность для творческих людей, которые также смогут реализовывать проекты на стыке различных сфер общественной жизни. Нам потребовалось время, чтобы понять, как именно воплотить задумку в жизнь. Мы погрузились в мир фитопатологии и пропустили эту тему через себя. Наша миссия – донести понятным языком до широкой аудитории важные научные достижения, осветить деятельность научных учреждений. Как в дальнейшем будет развиваться проект? Нижний Новгород – это первое место, которое мы выбрали для нашей экспозиции. В наших планах выходить на всероссийский, а затем и на международный уровень.